Друзья, ну вот, первый лещик подошел спустя, наверное, полчаса. Сейчас мы его потихонечку. По наживке у меня классика — это червь, опарыш, манная болтушка со вкусом халвым. Также буду применять прикормку дунаев для спортивной любительской ловли лещ. И вот такая вот глина. Всем привет! Сегодня очередная рыбалка. Будем ловить мирную рыбу на поплавок. Ну, сейчас будем постепенно все, как говорится, поэтапно раскладываться, закармливаться. Все расскажу, на что ловлю. Вот на таком красивом озере. Вот такое красивое озеро у нас. Будем ловить. Вот там вот уточек очень много. У нас плавает. Охота в этом году у нас из-за пандемии отменилась, ну и много новых выводка. Рыбка вот плещется, посмотрим, что будет. Вот такое красивое озеро. Ну, сейчас давайте немножко расскажу. Вот эта вот у меня удочка 6-метровка, лесочка 0,12, поплавочек 2,5 грамма. Это вот пятерочка, леска тоже 0,12, поплавочек 3 грамма. 7-метровок обещали, вот. Маленько погрубее, значит, поставили, чтобы я не тянула ветряным течением. Крючки оба десятых номер. Что у меня по наживке? По наживке у меня классика — это червь, опарыш, манная болтушка со вкусом халвым. Также буду применять прикормку дунаев для спортивной любительской ловли лещ. И вот такая вот глина. Все это постепенно, пока ничего не будем прикорм замешивать. Надо сначала проверить, стоит здесь рыбка, не стоит. Уже было 3 поклевки таких, можно сказать, подлещика, характерно ему. Что тут еще? Комаров сегодня много очень здесь. Может, перед камерой маячат. Шуметь не будем, рыбаков опять никого. Выходной день. Наверное, куда-то все поехали на черные камни. Ну, а мы здесь попробуем потом стол накрыть из прикормки. Ну и посмотрим. А, да, кстати, забыл еще сказать, будут у меня вот такие вот, как говорится, вкусняшки, активатор клёва. У меня есть клубника. У меня есть кукуруза. У меня есть халва и укропчик. Будем пробовать. Может, что-нибудь из них рыбке понравится и привлечет ее. А сейчас рыбачим, ждем прихода рыб. 5-6 поклевок был, такие хорошие, можно сказать, уверенные. Но мне не хватает терпения, я вынимаю, и пусто. Трочек много поднялся. Ну, вот такую мы прикормочку замесили вместе с глиной. Дунаев спортивной ловли, лещ. Ну, посмотрим, что нам сегодняшняя рыбалка преподнесет. Может, поймаем, а может, не поймаем. Ну, у нас есть проверенная наживочка, болтушка. Думаю, на нее, наверное, на прикорм, на нее рыбка должна подойти. А по поводу подлещика, не знаю. Маленький червячка на свеженького. Пока он тут червячочек вертелся, крутился, попался. Но еще был маленький подлещик. И пока тишина. Сейчас приготовили прикормки. Такие мандаринчики. Будем забрасываться, смотреть. Ветер, правда, усиливается. Это, конечно, нам не на руку. На червячка сразу после закорма. Вот такая вот красавица. Ну, сейчас, как говорится, будем садок разматывать, ее туда положим. Друзья, ну вот, первый лещик подошел спустя, наверное, полчаса. Сейчас мы его потихонечку между травки протащим. Сейчас на нем корешки нашей. Воздух вроде глотнул. И вот к нам такой вот красавец прибыл. Так. О, друзья,
Вот такой вот сопливчик. Клюнул, ну, говорю, подойдет. Прикормка просто супер. Кое-какие капельки туда добавляю еще по секрету. Но я вам на видео не показал. Ну, потом в конце видео расскажу. Вот такой вот сопливчик. Ну, червячка. Смотрите, ребят, сколько сопель оставил. На леске, на поводках. Обязательно убирайте ее, чтобы лещ не чувствовал ее в воде. Вот такой вот красавчик. Плотвичка подошла. Такая вот, правда, пятнышки у нее. Такая классная. Уже третья рыбка у нас, ребят. На прикорм рыбка пришла. Всегда берите с собой немножко прикорма. Немножечко. Чтобы немножко привлечь, дать запаху в воде. Все, пока на червя. Пока другие насадки не пробовали. Так, 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 в травку ушел еще один, друзья. Опа, еще один подлещик. Ну, вот так вот его маник запутался. Сейчас вот мы его верхом. Верхом, верхом, верхом. Все, есть. Есть контакт. Вот такой классный подлещик. Опять на червячка. Рыбка подошла. Все, снимаем и ловим дальше, чтобы нам не пропустить клев. Такой вот. Что сейчас произошло? Кормился практически под кусты, очень близко. И кинул три комочка чуть подальше. Рыбка побаивается, берет на самую длинную удочку, на самый дальний заброс. Что у нас позволяет удочка. Близ пока не подходит. Поймали два хороших подлещика. Плотвичка. Поклевки, знаете, какие, сейчас скажу вам. Тон-тон поклюет, немножко поведет, оставит. Поклюет, оставит. Похоже очень на карася. Карася. Мы резко не дергаем, а даем ему, как говорится, полностью крючочек на заглотить. Он, видно, заглатывает, как он уже не защищает какое-то там металлическое прикосновение, уже начинает... Вот, поклевка. Вот, 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 смотрите. Это у нас, это плотвичка, друзья, видите? Очень классная плотвичка, крупненькая. Прям поймали онлайн. На ближний поплавок, пока рыбка не подошла, только на дальний. Вот вы забросили поплавки, да, они у вас стоят. Не давайте им долго стоять, перебрасывайте. Постоял 10 минут. Это максимум 5-10 минут. Перебросили, проверили червячка, там зацепили, подтянули его маленечко, чтобы он маленько двинулся на червячке, ой, на крючочке. Перебрасывали, опять перебросили. Заодно проверьте, может что-то зацепилось, может что-то не нравится, может еще что-то. Чаще перебрасывайте, тем самым увеличивайте больше количество поклевок, ну и тем самым количество пойманной рыбы. У нас исключительно червяк работает, исключительно плотвички, подлещичек, ребят. Один окунишка попался, а вот поклевка у нас на ближнюю удочку. Сейчас я приближу поплавочек. Видно вам, не видно? Но думаю, видно будет, потому что он очень близко находится. Прямо под берегом, где мы изначально кормили. Но рыбка туда пока не подошла, клюет все вот на дальний поплавочек. Вот видите, чуть-чуть прихватило и бросило, что-то не понравилось. А что, мы не знаем. Мелис, два мандаринчика бросили. Прямо в зону поплавков, наверное, в радиусе метра. И вот одну удочку мы зарядили на опарик. Посмотрим, будет работать опарик, не будет. Ну, сейчас минут 10-15 постоит, поклевок не будет. Попробуем другую наживку или опять вернемся к червяку. Хорошо клюнула вот такая вот уклеечка. Блин, уклейка тоже была, хорошо плавить бы. Пивку. Самое то, вот такая клеечка. Два парыша зацепила. Попробуем еще болтушечку. Можно болтушечку рыб будет. А он у нас еще на ту поклевывает что-то. Ну что, попробовали мы опарыша, попробовали болтушку. Клюет хорошо, но мелочь. Поймали 2-3 уклеены. Вот поклевка на червя. И опять посадили червя. На червя хоть пореже, но покрупнее. Там это вот потащил. Вот такая маленькая плотвичка. Нет, это, ребят, красноперочка. На червячка. Ладно, сейчас снимаем, отпускаем, ловим дальше. Фу, комара. Комары достали. Друзья, ну что, вот сидим. По поклевкам вообще прекратились. Но все бросили мы. Все удочки бросили на червя. Насадка. Потому что на опарыш, на болтушку очень мелочь. Крючок не позволяет ее подсечь. Ой, закормили. Приготовили такую более уже светлую прикормочку. Первую прикормку мы уже повыкидывали. Она была с глиной, более такая
затемнен. Но сейчас хотим к свету попробовать применить. Ну не знать, будет, не будет. А так вот поплавки стоят неподвижно. Ну бывает такое, подойдет чуть-чуть, тун-тун, клюнет. И все, тишина. Но мы все равно будем ждать. Должен подойти. На прикорм. Там нормально уже поляна у нас накрыта. Ждем его в гости на чаепитие. Леща, подлечика и другую рыбу. Ну такая вот у нас плотвичка красавица. Сейчас вам покажу. На болтушечку вкус халва. Блин, руки в земле, в череках. Вот такая красавица у нас на болтушечку. Вот одна стоит. Одну удочку мы убрали. Другая вот у нас на червя заряжена. У одного подлечка еще поймали, а так вот со дна ловим вот такую плотвичку. Друзья, ну вот мы переключились на другую рыбалку, точнее вот на как бы проводку. Ветряное течение поднялось, и мы на болтушку ловим вот так вот. Ну, кстати, неплохая плотвичка попадается, уклеечка, подлечечка один. Вот сам стою в воде, снимать неудобно, но буду так периодически включаться и показывать вам. Распогодилось, ветер пошел, все карты спутал, одну удочку мы смотали, потому что все тащит кувшинки неудобно. И считаю, вот тонкую достали, на болтушечку половили немножко. Не знаю, сейчас, наверное, будем уже собираться. Я хочу вот ниже по течению, вот там вот речка протекает, попробовать туда переехать. Там более, за, как говорится, заводь, затишье, ветра не такого. Попробуем половить в проводку. Опять же попробуем болтушку, червяк, опарыш. Давайте я вам сейчас предварительно покажу, сколько поймал. А может даже не предварительно, может... Ну вот, по мелочевке, подлечечки есть хорошие. Сейчас еще немножко поставим, минут 5-10. Соберемся, переедем ниже по течению на речку. Речка называется Рахма. Ну все, давайте досмотрим. А там уже, наверное, непосредственно я подведу итоги, что да как. Ну пойдемте покажу, сколько поймал. Не густо, но и не пусто. Вот такая вот и красноперочка, и подлещик есть. Ну, конечно, хотелось получше было, но что, как говорится, день дал несущий, и тому рады. Но сейчас мы еще, говорю, повторюсь, доедем еще до одного места, вниз по течению, попробуем там потише маленько в проводочку половить. А сейчас мы уже практически все уложили, сядем в машину и переезжаем. Ну что, друзья, переезжаем на другое место. Такой вот бродики переходим. Ну да, если дождик пройдет, то тут, как говорится, бомбалейла не очень хорошо будет. Да и по сухой тоже неровности. Но все же. Ну сейчас попробуем еще в одном месте половить. А так, в принципе, рыбалкой доволен. Планировали побольше подлечек поймать, но что-то он на прикорм не пришел. Зато подошла плотвичка, кулеечка. Че, кушочек еще был, на кушочек не на прикорм пришел. Так пришел. Ветер поднялся, волна пошла, поплавок начал таскать ближе к кувшинкам, неудобно стало. Приехали тут тоже соседи, но тут они на шашлычок, на коньячок и тому подобное отдыхать. На выходной день есть выходной день, кто как его проводит, кто на рыбалке, кто за грибами, кто на охоте, кто на даче, кто дома. Ну все, да, сейчас остановимся еще раз, там посмотрим, что поймаем, не поймаем, и уже поедем домой, как говорится, отдыхать, солить рыбу под пивасик. Ну сейчас здесь вот на береге попробуем ловить на болтушечку.
Ну как, поклевывает? Периодически. Периодически поклевывает. Сейчас попробуем здесь ставим. О, водички сколько стало. Сейчас мы ни при ком ничего не брали. Ну вот на первом забросе на болтушечку. Вот такая красавица плотвичка. Глубина сантиметров 20-25. Вот на такую болтушка с укусом халва. Ну, видео есть у меня на канале, можете посмотреть, как я ее готовлю и тому подобное. Вот такая плотвичка. Ну вот, последняя рыбка на сегодня. Уклеечка клюнула, да, вот такая красивая. Уже жирненькая. Как говорится, август. Самое то нагуливать. Ну все, сейчас заканчиваем, сматываемся. Уже у машины подведу итог. И едем домой. Друзья, ну что, подводим итоги сегодняшней рыбалки. Хотели плавать под лещика, немножко его поймали. Поймали всю мирную рыбу. Ловили на поплавок, на червя, на болтушку, на парыш. Работал у нас исключительно червяк, ну и болтушечка. Вот завершение дня мы вот переехали сюда на переезд. Эту дорогу у нас, знаете, да, на собачий параран. Здесь на рукав, на озеро Подгорное. Рыбалка супер. Ребят, обязательно поставьте палец кверху. Если понравилось, если не понравилось, палец к низу. Напишите комментарий. Сейчас давайте вам покажу вот тип. Вот такие достаточно хорошие подлещики есть, уклеечка есть. Все понемножечку. Все, до новых встреч, пока-пока. Всем добра, всем бобра, литр самогона. Всего доброго. Пока, до нового видео.